Вас вітає News. Сьогодні спілкуємося з економістом Юрієм Атаманюком. Пане Юрію, доброго вам здоров'я. Пане Юрію, на вашу думку, з законом про боротьбу з олігархами, чи вдасться перемогти олігархат як явище в нашій державі? Знаєте, є же завжди зовнішні признаки любого от, В даному випадку, коли проблему треба не решати, то тоді її забалтують. Вот все, что касается этого самого по себе закона и такого большого э, пиара вокруг этого закона, это все э, забалтывание вопроса. Потому что на сегодняшний день есть антимонопольное законодательство, есть Уголовный кодекс, есть антикоррупционные органы. Э, пожалуйста, занимайтесь олигархом. Что значит олигарх? Да, вот он же это, во-первых, такого термина как бы нету. Если мы посмотрим там Википедию, это в описании идет о том, что человек, который монопольно владеет бизнесом и влияет на политические, медийные процессы. Да, вот достаточно очень размыто это все установлено. Поэтому навешивать ярлыки это можно, а мы говорим о том, что мы строим государство. Поэтому Олигарх же не страшен богатый человек, если он работает в правовом поле на здоровье. Працует. Мы же воспринимаем э, олигарха как кого? Как того, кто участвует, например, дешево купил государственное имущество. Да, там, дешево приватизировал металлургический комбинат. Ага. Ну так давайте он приватизировал, если пользуясь коррупционными связями, значит, с кем? с чиновниками, значит, с премьер-министром, с министром профильным, губернатора что-то зависело на местах. Генеральный прокурор закрыл глаза на эту ситуацию. Служба безопасности совсем согласилась. Ну так для этого что, закон нужен? Для этого сегодня мы же говорили, когда слуги шли к власти, говорили, что проведем аудит страны. Ну так проведите аудит страны всех стратегических активов, которые были проданы за 30 лет, Проведите их анализ, как это проходило, э, эта приватизация, насколько это было прозрачно, насколько это соответствовало э, заявленным стоимости и полученным деньгам, как проходил конкурс. Ну, Зеленский это обидца, да. был. Вот, э, поэтому, и если что-то не так, отреагируйте по закону, или аннулируйте конкурс, или э, наложите штрафные санкции и делайте. Но мы же не слышали с вами за два года, что какая-то вот такой процесс был организован в отношении кого-либо там. Фиртош облгазы, и вот проверяем, как Фиртош стал собственником облгазов. Или как Живаго стал собственником Полтавского горно-обогатительного комбината. Это первое. Второй вопрос. Это можно сделать это большой труд, это сложно. Я понимаю, насколько это квалифицированная и достаточно сложная работа, чтобы прийти к какому-то результату. А результат какой? Мы хотим пополнение бюджета, и мы хотим, чтобы государство работало прозрачно дальше, иметь какую-то точку отсчета. Потому что и олигарху неуютно от того, что он сильно уязвим, потому что понимает, что у него очень много скелетов в шкафу. Но и нельзя повторить ошибку столетней давности, когда просто э, уничтожали всех богатых. От этого бедные остались бедными, а уничтожали всех богатых. Поэтому для этого есть механизм амнистии капиталов. Мир цивилизованный ответил на эти вопросы. У каждого государства в свое время, которое сегодня развитое, было время первичного такого э, варварского накопления первых капиталов. Они очистились это через систему амнистии капитала. Мы должны пройти через эту систему. Но другое дело, что в обществе, и власть на этом играет, воспринимается борьба с олигархами, но не воспринимается амнистия капиталов под любые проценты. Потому что я бы предложил, чтобы те, кто являются богатыми людьми и участвовали в приватизации стратегических государственных активов, там порты, путепроводы, горнообогатительные комбинаты, карьеры, химпромы, они все в свое время их приватизировали по, скажем так, мягко говоря, льготным ценам и вели Имея такие, ну вы представляете, какая э, связи у людей, которые могут приватизировать там металлургический комбинат. Поэтому и налоги они платили тоже по, по льготной схематике потом. И экологические сборы, и инфраструктура не следили. Да, Все вместе. да. Они работали как в офшоре в Украине. Окей. Э, два варианта есть: забрать и поделить. Этот вариант был столетней давности, он не работает ни в одной стране мира. Второй вариант – предложить прозрачные условия финансовой компенсации. А это складнейшее. Да. В таком случае вот всех олигархи, которые имели, участвовали в приватизации стратегических активов, должны это имущество быть оценено первой пятеркой, там Делой, Тернс Янг, Бейкер чтобы не было вопросов в оценке активов, международная оценка должна быть. И они должны уплатить 18% подоходный налог. И все, государство вам помогает очиститься, а вы помогаете государству. Но ну, я думаю, что первая десятка э, форбса украинского до миллиарда каждый должен был бы уплатить в бюджет, когда вот так бы оценили активы. А весь остальной бизнес, нулевая амнистия, вот ноль и все, заявляете деньги и сделать как в Италии, но вы деньги заявляете и на 10% от этих денег вы покупаете облигации внутреннего государственного займа. И мы сразу получаем деньги на, в бюджет, мы получаем э, удешевление содержания нашего государственного долга, мы возвращаем в правовое поле весь украинский бизнес, имеем... Пласт среднего законного, задекларированного среднего класса люди, которые могут открыто участвовать в приватизации дальнейшей, люди, которые могут спокойно инвестировать и будут заинтересованы развивать эту страну. И жить тут хорошо. Но это все должно быть в комплексе со всеми другими реформами. Однозначно, у нас должны сразу мы давать уменьшение налогов, потому что у нас налоги больше, чем в соседних даже европейских странах. Но в Эстонии сегодня не изымают налог на прибыль. А в Болгарии налог на прибыль 10%. А в Венгрии сделали для того, чтобы у них BMW построил завод, 9% для BMW завода налог на прибыль. Но никто к нам тогда не пойдет. И наши даже внутренние не пойдут. Поэтому это все в комплексе должно делаться. Это когда мы думаем о стране, об экономике, о развитии. А когда нам нужен пиар, рейтинги, хайпы и э, вот, э, социология то тогда вносятся какие-то законопроекты, оно обсуждается, размытые категории. Мы вот с вами это обсуждаем. Если сейчас взять все э, топ-сайты информационной страны, везде, один. везде это тема номер один, все свое экспертное мнение, одни через призму экономики, другие призму права, третьи призму э, политтехнологий. Но это именно то, что власть хотела добиться. Показать демонстрацию борьбы. Это точно как мы хотим мира, говорим, что хотим мира быстрее, да? а на самом деле и реинтеграцию Донбасса, а на самом деле берем главного демагога страны Кравчука и забалтываем эту ситуацию во всех каналах, во всех ипостасях и все. И здесь аналогичная картина. Пане Юрию, дякую вам. Юрий Атаманюк, специально для Политика News. На все доброе.